вами у Харкові. Їдемо в одне з господарств, яке займається вирощуванням основних сільськогосподарських культур, а також великою рогатою худобою. Господарство має в обробітку приблизно 4000 гектар. Серед великої кількості техніки кун, як то плуг, прес-підбирач VB, оприскувач Lexis та інші. Вчора було запущено видувач соломи Primor. Ми поїдемо, подивимося, як він працює, і зберемо трохи відгуків. Дякую. Здравствуйте, мене зовут Іван, маркетинг-менеджер Кун Україна. Як ваші діла? Ну що, потихоньку запустили вчора машину. І як? Отлично. Нічого не можу сказати плохого. Володя вчора там тюк і мокрий полупав. Володя там на все подряд. Ну, да, от. Олег Васильевич нашу техніку використовує. Да, я, судя по тому, що у вас є, ви прям фанат. Ні, то у нас особо по куну немного. У нас два оприскувателя прицепних. Мульчиватор куновский. Пресс-подборщик. Так, два пресс-подборщика куновские. Вот это появился измельчитель соломы. Угу. Это и все, что касается кун у нас. Больше куновского ничего нету. Как работа дилеров наших? Нормально. И по сервису. По сервису тоже нормально? Ну, вот это хорошая контора. Подключилась Техноторг. Я думаю, они освоят этот сервис. По крайней мере, опрыскиватели они уже прицепной освоили полностью. Они уже занимались им. Угу. Ну, а это для них новая машина, я так понимаю, да? Ну, в Харьков... Для нашего региона. Да, для нашего региона. Просто что в Харьковской области, ну, наверное, вы первый, кто использует. Может быть, где-то и есть еще. А появилась на рынке она давно? Давно, да. Давно. На рынке уже давно она, просто как-то Харьковский регион не осваивал, скажем так, выдуватели соломы Primor. Ну, да. Достаточно интересный агрегат, потому что некоторые его используют даже не по назначению. В частности, вот недавно был приобретен для покрытия посевов картофеля. Ну а что, 15, метров 15 он едает? 18. Да. Актуально? Даже от заморозков что-то накрыть, да, актуально. Да. Посему. Картофель по заморозкам, если вдруг что-нибудь ляжет сразу. Ну конечно. А так он подушку накидал и все, под соломой уже, по крайней мере. И второй этаж тоже мульчевание. Так точно. Это потом удобрение. Это тоже мульчирование, поэтому там не вижу проблем. Что вы хотели от нас услышать, я хотел понимать. Да, по сути дела, расскажите о хозяйстве немного. Было бы здорово, если вы кого-то отрядили нам показать ваше хозяйство. Ну, инженер будет сейчас. И на самом-то деле, вот наша программа, она там достаточно новая, там буквально до 10 выпусков вышла, и призвана для того, чтобы собрать мнение, что можно улучшить. Мы как представительство... Не, ну по кормоуборочной технике Кун и так выступает супер. Вот, ну и там пару таких вот буквально наводящих вопросов, а-ля вот работа нас интересует дилерской сети, насколько они хорошо справляются, где мы можем это дело улучшить. Так же самое, как и вас это тоже должно интересовать, да, потому что вы... Дилеры хорошего нашли, Техноторг. Харьковский Техноторг, это как раз дилер по теме. У него и сервис там, ребята, нормальные. Ну, отлично. Лена Моисеевна, а ты где есть? Так вам, ну, будь там, потому что представители Куна приехали. Мы подъедем сейчас, инженер приеда Мечева организует, загрузит тюки, и мы подъедем туда и посмотрим на эту процедуру. Не, это недолго. Это недолго. Сериал же они снимать не будут, они снимут работу. Да, там быстро. Не отвлекать сильно не будем.
Что по остальной технике? Опрыскиватели, пресса, кормосмесители? Есть нарекания? Сам питань нема. И как-то у вас сервис стабильный. Они каждую весну приезжают. Подсказывают по дефектовке. Смотрят, делают дефектовку. И в принципе на сезон мы уже понимаем, что надо по запчастям. Обслуживание опять ведет. А это не Техноторг нам продавал пресса, нет, киевляне ваши обслуживают. Может напрямую быть. Куновские. Пресса мы напрямую брали. Но через, тоже через его дилера, но не через Техноторг. Они тогда еще не занимались Куном. Они же какой третий год Куном занимались. Ну, да. Вот. Первые у них опрыскатели появились. Угу. Техноторги. Цена нормальная. Ну, сейчас на гривне упало везде. Сейчас же весь экспорт закрыт с этим карантином. И все, и мы страдаем. Ну, у животноводства не устраивает самое первое ПДВ. Это ПДВ животноводства нельзя было ПДВ и рассказывать. Растеневодство это еще куда не шло. Животноводство. Наш главный зоотех. Здравствуйте. Здравствуйте. Это зоотферма. Я Иван, Кун Украина. А это представитель Кун фирмы. Приехал. Снимаем видео о том, что можно улучшить, усовершенствовать, упростить, отзывы, в частности это, ваши. Это механизатор Виталя, который будет сейчас молотить. Вы хотите прям туда быть? Давайте. Вот, ребята, все выглядит равномерненько, без пропусков. Режет даже сырую солому. Огонь! Прям я был бы счастливой коровой на всем этом. Оператор Виталий, расскажите, пожалуйста, насколько было тяжело обучиться, насколько доступно? Да, тяжело не было обучаться. Не было тяжело? Не было. Все просто управление. Вы читали мануалки, инструкции, все эти дела? Чуть-чуть почитал их. Оно понятно. Доступно, да? Да. В эксплуатации тяжело, не тяжело? Что можно было бы улучшить? Не тяжело, нормально. Не тяжело? Нет. Что особенно вам понравилось? Можете показать на... А, в нем? Да. Ну, загрузка мне понравилась. Загрузка, да? А можно открыть борт, посмотреть? Конечно. Вот такой вот измельчитель. Ну, наверное, рано еще спрашивать по обслуживанию, да, поскольку, ну, да. Да, вчера только. Да, только вчера же привезли. Расскажите вот про ваше господарство. Какие проблемы? Ну, вообще у нас проблем нету. Нету? Нет. Какой у вас хороший директор? Да. Директор у нас вообще старается все... Огонь не скажу. Он всегда у нас стремится, чтобы в животноводстве было хорошо. Чтобы сколько новой техники? Это все нам. Для нас. Чтобы легче было животноводам работать. Да, да, все будет теперь и у нас. И облегчение, даже вот эта штука теперь облегчение дояркам для подстилки. Гораздо. Насколько легче будет, да? Да я же как-то. Миша, может при привязанном содержании коров бросать?
еще раз. Настойно можно кидать, когда привезное содержание? Конечно. То есть, ну, вы, это же вы, получается, разбрасываете, вы можете тяжело попустить, и он может бросать, соответственно. Ага. Это он же ждет как форма раздачи. Отлично. Тут грубых кормов. Оно уменьшается, оно уменьшается. Да, да, да. Здесь, тем более, что все у оператором регулируется с кабины, то есть ему даже не надо выходить, ему надо ехать и регулировать полностью, куда бросать. В какую сторону, то есть на стол или разбрасывать в длину, регулировать гусаком направление на 300 градусов, да. Поэтому здесь оборот очень удобно. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Желаю вам, чтобы ваши коровки так были здоровы и счастливы. Спасибо. И чтобы становилось все больше и больше.